Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие Пашенди пацанючек и мой дорогой Димыч Андреевич, если ты вообще смотришь это видео, и не бей меня за это, то, что я это сказал. С вами я, Кирилл, и мы продолжаем прохождение замечательной из всех замечательных сериала игр Resident Evil 5, разумеется, ввиду новой озвучки, и, ну, моего прохождения, это уже первый сезон, третья серия. И что же, значится, если вдруг вы сказали, что перед вами сидит СиДжей, то вы ошиблись. А почему вы думали, что сидит СиДжей? Вот по этой вот серенькой футболочке, хотя у него была белая, но я дальтоник, ёпта мать. Итак, ну ладно, ну я не СиДжей, кстати, хочу сказать. Итак, в прошлой серии мы добрались, мы исследовали Африку, мы там убили какую-то девушку, которая... Извиняюсь, которая заразилась Лас-Плагосом, а этим Ураборосом, новым вирусом здешним, который упоминал продавец Ферамир в первой серии первого сезона, как вы помните. И мы ее убили, теперь мы пропутешествовав, также нашли какого-то солдата, который указал нам на некого Ирвина. Ну, кто его озвучивать будет, я пока не буду говорить. Ну и теперь мы... вошли в какую-то прачечную, или нет, не прачечная, а какая-то котельная. И теперь, собственно говоря, нашли ключ. И можем легко выбраться обратно. Но хочу сказать, что не все так просто, как вы думаете. Это как задача по физике. Вроде думаешь, все легко, решаешь, складываешь, получаешь ответ, а потом оказывается, что... он неправильный, хотя ты думаешь, вот задача-то легкая и все остальное. Ну, приступим. Ладно, шут. Да, вот, в этот самый момент. Ну что ж, я остановился на том, что когда решаешь задачу по физике, то она кажется на первый взгляд очень легкой, но когда ее решил и получил ответ, он оказался неправильным, ты понимаешь, что в какой-то мелкой детали ты ошибся. То же самое и здесь. Вроде бы все легко, взял ключ, убежал из котельной, на самом деле ждала нас ловушка. И Крис еще так медленно подносил ключ, то есть, да, что ж ты ставься специально, типа, ввиду катсцены, да, ой, бля, ехать ты, и появился первый босс игры, хотя нет, скорее всего, второй, первый босс был тот с топором, нет, скорее всего, тот был полубосс, потому что того, босса не надо, мне было не обязательно убивать. То есть того с топором. А вот этого убивать обязательно, чтобы пройти дальше. Поэтому тот считается полубоссом, а этот считается просто боссом. Так, я тут врубил вообще. Просто пипец как. Надеюсь, меня было слышно сейчас. Так, сейчас это хреново, потому что нам сейчас нужно заманить его в эту котельную и потом поджечь. Это первый такой босс. Даже хочу сказать, что на ветеране он не такой сложный, как кажется, но на профессиональный он довольно-таки сложный, и его тяжело победить. Так что тут советую быть повнимательнее. Отлично. И, разумеется, быть рядом с напарником. Так что такие вот дела. Надеюсь, вам понравилась озвучка, которую я вставил. Хочу сказать, ребятки. Машинги и Димыч. Так, нам нужно заманить его в эту сторону. Вот, правильно. А, нет, 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 наоборот. Вот и помощь понадобилась.
ты что, дурак, что ли, Крис? Надо было В нажимать, я нажимал В. Так, еще раз напоминаю, что это уже третья серия первого сезона, и мы продолжаем этот ужас великий пятый резидент. Но на самом деле, когда я проходил первый раз эту игру, то мне показался этот босс очень тяжелым. Сейчас нужно его отбежать. Так, мне нужно, чтобы он с этой стороны бежал, а потом мы, чтобы его закрыли. И, собственно, вот так, куда-то. Так, быстро нажимаем. Выбегай отсюда. Выбегай, да, Крис, давай. В чем минус этой херни? Она очень долго закрывается. Вот в чем ее минус. Она очень долго закрывается. Идиот! Он мог выбежать легко. Вот он и попался. Все. Где-то раза три, и он сдох. Да, так надо раза три его. Короче. Поджарить, и он сдох. Я думаю, так. А, это еще не все. Вы думали, это все, да? Нифига! Ни хрена подобного. Нет. Только начало. Это начало великого конца. Кстати, здесь у меня почему-то не 60 FPS, а 45, 46 проседает. В него, в принципе, тут вообще стрелять не обязательно, но для вида нужен все-таки это экшен. Ай! Помогите! Кто-нибудь мне насилует. Так, опять мы должны его вокруг пальца обвести. Но на профессионально он ведет себя довольно-таки хитро, поэтому его тяжело будет задеть. Но можно попытаться. Так, что-то я почему-то он не идет. Так, вот он идет. Это хорошо. Так что такая вот легкая, такая небольшая ловушка. Так, мы сейчас снова его закрываем. Давай. Нажимай. Вот она будет сейчас долго закрываться, 2 часа. Так, ну что же, второй раз пошел. Мы вроде бы успели. И просто если бы этот аппарат закрывался очень быстро, было бы слишком легко, понимаете. Так что... Тут гадалки не ходи, лучше. Да, даже с 2 раз. То есть на профиле это было с 3 раз, тут же с 2. Также Ураборос у нас присутствует, как вы знаете, в Resident Evil Revelations 2. Но некоторые игроки этого не знали, потому что играли до того, как появился Revelations 2. Вот что погубило группу Альфа. И что хочу сказать, что Vader Revelations 2 у нас появилась в 2015 году, а эта игра появилась Resident Evil 5 в 2009 году, поэтому я только сейчас могу сказать, то, что разработчики продолжили эпидемию Ураборуса уже в Revelations 2. Ну что же, пошли идеи, надеюсь, тебе это было интересно, эта вся информация, ну а мы продвигаемся дальше. Хочу сказать, что подобный момент мы уже видели в Динокризис 2, как ты помнишь, когда Дилан нашел карточку, а начал ее прикладывать к двери, и маленький динозаврик ее схватил и убежал вместе с ней и скрылся в какую-то дырочку. Очень похожий момент и здесь, тоже Крис приложил ключ, и появился резко откуда ни возьмись Ураборос и испортил ему настроение тем, что... Конечно, он ключ у него не отобрал, но просто он не дал ему открыть дверь. Ну, очень похожий момент, так что... Ну, одна компания, тут много всего похожего, так что... У меня есть хорошие новости, мы выбираемся наверх. Да. Так, надеюсь, в этой серии будет довольно-таки много озвучки. Ну, не так много, чтобы я там сильно много работал, но нужно тоже постараться эту серию записать минут в 30. О, уже озвучка. Походу, с бомбами не выйдет! Ну, пидорас! Ну, попадись мне, сука, ну попадись, я тебе покажу, как... Ты не будешь отвечать, алло? Очень дико завывает ветер, очень сильно и очень страшно он воет. Просто пиздец, как страшно, я бы обосрался. Блять, как у всех блогеров, да, типа. Охуенный польский язык в исполнении меня. П***,
О, блядь, тут в подвал можно войти, ты посмотри. В общем, если кому-то что-то не нравится, вот серьезно, идите. Стой, блядь, где выход, выход, где выход? Вы, все, я заблудился, мне пиздец, Ай, блядь! Бля, сердечко как бьется, а, нихуя ж себе. Аж вспотел чутка. Сидят. А, мне так скучно, на меня отвечать, господи. А, пойду, блядь, пожру. Мне, блядь, еще мозги, блядь. Да коли это, блядь, будет продолжаться? Когда, блядь, ебаный в рот. Ну окей, когда так когда. Хватит, суки, блядь. Нет, он не ответил, он не ответил. Сейчас он не ответит. Да я попал, не пизди! Это пидец какой-то, ребята, это просто какой-то пидец. Так, у нас пройденная глава, но я на этом, разумеется, не заканчиваю, потому что это еще слишком маловато. Так, ну и долго не буду тоже продолжать играть. Так, добавлен файл BSAA, так потом прочтем. Ну, ранг А у нас А. Ну, это нормальный ранг, все нормально. Так, надеюсь, тебе понравилась новая ржачная озвучка. Так, что же, профигурировал у нас некий Ирвин. Некий Ирвин. Я что-то не помню вообще, разговаривал он или нет. Ну, по-моему, он разговаривал. Если он разговаривал, то обязательно озвучка вставлена. То есть я этого еще не знаю, но когда мы смотрим, уже озвучка вся есть. Как бы, ну, так вот получается. Ну что, продолжаем. Будем разглагольствовать. Так, у нас тут давайте посмотрим, что появилось новенького. Так. Теперь привыкайте, что... Так, да, сейчас значит, новенькое посмотрим. Так, купить. Что у нас новенькое есть? Можно купить. Ехать. В принципе, у нас всего хватает, поэтому, я думаю, не стоит тратить средства. Хотя можно купить спрей. Да, в принципе, можно купить два спрея. Пашенди сейчас скажет, о, нечестно, хотя давайте без спрея. Давайте будем проходить, как проходил Пашенди Resident Evil 4. Тоже ничего не будем покупать и будем довольствоваться тем, что есть. Но будем покупать уже, когда будет невозможно пройти. Так, снаряжение. Сейчас мы соединим траву. Так, у нас дохренище патронов от Скорпиона. Так, и тут можем продать сокровище. У нас есть первое сокровище, можем его продать. Такие вот дела. Ну да, думаю, у нас все, в принципе, прилично, так нормально. Так, сейчас мы только патронов дадим лучше Шеви, а сами будем пользоваться дробовиком или скорпионом. Так, ну что же, готов. И продолжаем. Так, что-то хотел сейчас сказать, но я забыл. Ирвина упустить нельзя. Надо попасть на станцию. Так, ну забыл, что хотел уже сказать. Ну да ладно. Так, у нас новая глава. Я снова пропустил название, но при просмотре мы его нагоним. Так, мы тут появились в каком-то бункере странном, и теперь продолжаем искать этого так называемого Ирвина. Ирвина-ботаника. Да, вы уже поняли, что я имел в виду именно ботаника. Так, у нас появляется медальончик. Такие подобные медальоны были уже в четвертом резиденте. Ты помнишь? Но как ты помнишь, они там были маленького размера. Тут они какого-то размера довольно-таки большого. У нас документ. А, это, опять же, управление, так что это не надо. Это все не надо. Так, у нас патрончики есть. Так, тут где-то должно быть сокровище. Так, тут лесенка. Все будем собирать как следует, тщательно, чтобы ничего не пропустить. Как и в четвертой части. Так. У нас еще ничего себе. Так, Шева, иди сюда. Давай, бери. Окей. Сейчас мы тебе. Держи. Вот, она прям читает мы. Ты куда ты скажи? Спасибо. Вот, все, заряжай и пользуйся. На здоровье. Все, теперь выходим. В принципе, мы тут все уже осмотрели. И теперь направляемся в район шахт. В район шахт мы направляемся. Сейчас я посмотрю, сколько там времени у нас прошло. Так, а прошло у нас 15 минут.
Так что еще целую половину можно назаписывать. Это меня радует. И опять же FPS держится не на 60, а в пределах 45-50. Так, продолжаем. Так, вот прикольный, кстати, вид с моря. Но, разумеется, это все текстура, это не настоящий корабль. Ёб твою налево, что за звук-то такой странный, а? Ты чё, слышь? Падай. Да не туда! Чё ж ты деревня, ёпта, а? Падай ты. Вот так. Ёпта. Беги ты. Разумеется, от обычного выстрела пистолетом он не мог так смачно подлететь. Все, это отлично. Отлично. Пока все идет. Ладно. Ай, что ж я кость-то не могу. Где косая лалка-то, а? На, собачка ты моя. Помню, как я мучился здесь. Как я здесь мучился на профи, когда еще на канал проходил. Это было что-то, пацанючек, это было что-то. Патрончики, это меня радует. Хоп! Хоп! Прям взял вот так и сожрал патрон. Так, давайте-ка мы сюда взберемся. Тут что-то у нас лежит от того дебильчика. А лежит от него патроны к пистолету. Еще патроны к пистолету. Да сколько же можно-то? Давай, что тебе давать? Давай, что давать-то? Она дать-то, конечно, может, Крис. Ну, как раз-таки, вы, в принципе, хорошо смотритесь вместе, я бы сказал. Так, ладно. Так, что у нас тут нужно сейчас сделать-то? Ух ты, ё-моё. Беги, беги сюда и бери этот спрей. У нас вообще полный запас боеприпасов, это и аптечек, это вообще хорошо, мне это радует. И что, у меня дома одна живет, господи, помогите! На! Ты шапка сраная. А ты что тут стоишь, дрыщ? Иди отсюда. Все. Убили. Убили обидчиков. Еще у нас бачата. Бачата похожа на Resident Evil 4, кстати, хочу сказать. Такие же бачата будут и в Resident Evil Revelations 2. Какой аду-то? Ада здесь нет. Ада в четвертой части, господи. Сломать шею. Ну не умеешь ты драться, не берись. Ты что, против Криса что-то собрался делать? Подбери. Ясно. Пускай она себя подзарядит. Ну что, вроде пока успешно все проходим. Без эксцессов, без хренесов, без хересов. И мы переходим к тяжелому этапу. Где появляется мини-босс, этот толстяк. Да, и что хочу сказать я сразу. Что хочу я сказать, это то, что здесь, в отличие от Resident Evil 4, появляется в одной локации несколько видов врагов одновременно. То есть и собаки, и зомбаки. Блин, куда собралась-то? Не знаю, что собаки прыгают. Наш толстяк. На, скачи. И убили. Это все? Это все на что-то дрыж способен? Понятно. Похоже, просто было слишком сложное, что ветеран кажется мне легким. Что ты мне сделаешь, ты? Отброс общества. Блин, смотрите, какой гад, а? Какая сука, сныкался, блин, за машинами, за разбитыми. И стреляет, чтобы никто его не видел.
О, как я смачно на собаку прыгнул. Что это такое? Я не пойму. Это... Ты что делаешь? Шавка. Иди отсюда. Похоже, еще банда подходит. Банда на подходе. Вот это да. Действительно метко. Очень даже метко. Давай, бери и идем. Идем и ничего не оглядываемся никуда вообще. Отлично. Так, вот место назначения. У нас контрольная точка. И сейчас по Шенди будет момент, который очень похожий момент был в Resident Evil 4. Ты сразу же поймешь, в каком плане это был похожий момент. Так что смотри. Так, но лучше для этого момента взять Скорпион. Не Скорпиона из Mortal Kombat. Автомат. Мастер Скорпион. Ничего не напоминает, а? По Шенди ничего не напоминает? И тут появляются наши друзья. Как я смачно их всех вообще отбил. Хорошо, что я не во все бочки стрелял. Как же мне эти лучники уже достали. Вы скотобаза. Иди отсюда. Все, лучников больше нету. Можно не бояться. Хотя почему нету? Есть. Есть Родина. Их тогда сначала и убью. Ай, ай! Классно вообще. На! На самом деле человек бы не мог так ударить, что он на 3 километра бы отлетел. Это слишком уже неправдоподобно. И то же самое, что в космосе без кислорода летят. То же самое. Вообще неправдоподобно. Но это игра. Стоит придираться к 2009 году выпуска. Ясно. Чё подбери? Подобрать заразу можно на улице. А тут возьми. Так. Ну вроде бы все. У нас вообще все. Скажу даже честно, у нас все полностью ЗБС пока. Никаких проблем, никаких у нас ничего нету. Это меня радует. То есть проблемы-то, конечно, есть. С учебой. В реальной жизни. Тут проблем нет. Тут все ЗБС, все отлично и все в порядке. Итак, и на этом, я думаю, наверное, уже нужно заканчивать. То есть не на этом прям. Сейчас, подожди секундочку. Потому что я боюсь, что у меня может резко... Конечно, 23 минуты, но думаю, уже можно заканчивать. Потому что тут не так часто у нас сохранения попадаются. И если я... сейчас не сохранюсь, то есть не закончу, то потом уже сохранение будет очень далеко. Ай, 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 ты собачка сраная. Все. Нормал. Нормас. И все прочее. Чеке, господи! Беги! Ты что же я тут косой? Пользу. Так. Надо было ей дать, она бы смешала, ну ладно. У нас, кстати, аптечки заканчиваются. Хочу сказать. Пару словечек. Ну что так бьешь-то, блин? Аж по ушам отдаем. Такс. Да, довольно-таки коротенькая получилась серия, но все равно нормально. Уж лучше пускай будет короче, чем длиннее. Чем длиннее, чем надо. Это хорошо. Это отлично. И вот сохранение. И почему я сейчас заканчиваю именно сейчас, вы думаете, ну 20 минут, ну дадите там еще 5 минут и нормально, и заканчиваю. Но нет. Так как следующее сохранение будет еще не очень так-то скоро. Минут, наверное, через 15.
А через 15 минут уже будет минут 50 на видео, а к этому времени у меня и на компьютере, и на телефоне закончится просто-напросто память. И тогда видео прервется и будет крайне хреново. Поэтому я заканчиваю сейчас. Следующая часть будет довольно-таки насыщенной. Я бы даже сказал понасыщеннее, чем это. И это будет 4-я серия первого сезона. А сейчас же была 3-я серия первого сезона. Надеюсь, вам она понравилась. Надеюсь, вам понравились мои комментарии, моя новая озвучка. С вами был Кирилл Ржевский. И надеюсь, вам понравилось начало. Kiss it goodbye. Дальше. Ладно, все. Димыч пока, Пашенди пока. И надеюсь, Димыч, когда я приду к тебе в воскресенье, мне получится установить тебе GTA 5 кряк. Все, Димыч, давай. И ты, Пашенди, пока. Увидимся в следующей части. Ёпта, я Сиджей, твою мать.